Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня я хочу показать вам свои покупки из магазина Ашан. Ну, вообще, я вчера уже в Ашан ездила и основные покупки сделала, а сегодня я докупала то, что мне было необходимо. Во-первых, я взяла вот такой вот фильтр для очистки воды каждый день. Дело в том, что у меня аквафор фильтр, он хороший, там счетчик есть и так далее. Но честно, мне уже надоело покупать эти картриджи, которые, в принципе, стоят, ну, не сказать, чтобы они, да, там были какие-то дорогие, но все-таки надоело там почти по 300 рублей отдавать. Ну, как-то это правда совсем неинтересно. Вот, поэтому я решила взять вот такой фильтр. Он стоил, по-моему, 100 с чем-то рублей, и... Ну, к нему давался, конечно же, картридж, и сами по себе картриджи стоят, по-моему, где-то, ну, 92 я видела и 100 рублей. Это более чем бюджетно и хватает на 170 литров. Тем более, что я почитала, это то же самое аквафор. Ну, а раз так, зачем переплачивать? Тот фильтр я, конечно, выбрасывать не буду, но я его буду использовать для полива цветов. Картридж уже там стоит полгода, то есть его определенно надо менять, поэтому пусть вот для цветов и будет. Менять я его, конечно, не собираюсь. Следующее, что я приобрела, это была вот такая сковорода блинная, но я ее взяла не для себя, меня просила моя знакомая, да, я сегодня по-прежнему еще без маникюра, потому что делаю всякие для ногтей маски и ванночки. Даю им отдохнуть. В общем, я не знаю про качество именно вот этой сковородки. У нас есть обычная сковорода каждый день. В принципе, она нормальная. Вот. Но ей нужна была блинная. Выбрала вот такую. Надеюсь, что ее устроит. Но она человек пожилой. Ей нужно было что-то подешевле, в принципе. Особенно на тот случай, если она что-то забудет и подгорит, и испортится. Потому что вообще у нее кастрюльки хорошие. Но многие сейчас приходится выбрасывать то, что... Пожгла их она много. И следующая, это вот такая вот кастрюлька на 3 литра, тоже каждый день. Вот про нее я могу сказать, что качество у нее отменное. Это я тоже купила своей знакомой, но у меня такая же дома, только на 1,5 или 2 литра. Прекрасная кастрюлька, да, она стоит 200 с чем-то рублей, то есть это недорого для посуды сейчас. Но я ее в основном вот в духовку ставлю, когда всякие там, ну, делаю... каши. Ну, вернее как, каши я делаю, конечно, в мультиварке, но вот ленивый плов я готовлю именно в духовке. И вот эта кастрюлька прекрасно все это выдерживает. В общем-то, никаких с ней проблем нет, поэтому даже смело могу порекомендовать. Кому нужна именно недорогая такая утварь кухонная. Следующее, что я приобрела... Это от Великолукского мясокомбината колбаса по-краковски. 300 грамм, вот такое колечко. Была акция 69 рублей, а так стоит более, ну, 100 с чем-то, в общем, около 200. Я считаю, что, ну, прекрасная акция. Колбаса свежая, сделанная 8 июня и срок годности до 8 июля. Я, в общем-то, позвонила своей знакомой, спросила, не нужно ли ей. Она сказала, возьми два колечка, колесика. И я долго думала, сколько же мне взять себе эти колбасы. Потому что акция действительно хорошая. И колбаса, в принципе, ну, я надеюсь, тоже хороший состав, более-менее приличный. Тем более, что вот после вскрытия упаковки продукт годен 72 часа. То есть, опять же, это говорит о том, что состав более-менее приличный. В итоге я взяла себе целых 6 вот таких упаковок. Ну, за месяц я их, конечно же, не съем. Вот, я просто уберу сейчас большую часть в морозилку, пусть лежит. Потому что с такой колбасой, например, очень... Прошу прощения, вкусный получается суп. У меня сегодня еще и камера новая, поэтому вот не знаю, что будет. Получится. Я ехала, в принципе, за куриными спинками, суповыми наборами для своей собаки. Потому что вот эти спинки я видела только на Марьиной роще.
но в лотках не было, как я беру обычно, там такие крупные спинки. Остались только вот такие суповые наборы в пакетах. Они довольно-таки мелкие, но поскольку, приехав из отпуска, у меня именно для собаки в морозилке ничего не обнаружилось. То, что был суп, он уже съеден. Я ему там еще консервы горбушу делала. В общем, надо что-то готовить, поэтому я взяла вот три пакетика. Они, по-моему, килограмм 40 с чем-то рублей. Так, обычно я по 50 беру. Ну, вот как-то так. Пусть будет. Потом среди недели поеду. Думаю, что уже куплю то, что к чему уже привыкла. Так, далее. Закончился у меня Boss Plus отбеливатель. Взяла одну упаковочку. Хороший, в принципе, отбеливатель. Хотя сейчас вот со сменой упаковки и с повышением цены изменилось, к сожалению, качество. Вроде как. Но я еще понаблюдаю, мало ли, может быть, мне показалось. Взяла один баклажан. Баклажаны сейчас еще пока дорогие. В принципе, я их не очень люблю, но я хочу потушить овощи, поэтому один я взяла. Вроде бы приличный. Также решила взять зелень, точнее лук, потому что вся остальная зелень у меня замороженная есть. Я ее еще в январе покупала, и очень ее много. Лук я, честно сказать, не очень люблю, но как-то вот я, когда приехала в Питер, у меня, ну как-то друг меня не спросил. Он приготовил ужин и положил туда лук, и, в принципе, оказалось вполне даже вкусно, поэтому решила тоже взять. Для своей знакомой тоже взяла мед. Ей я беру мед вот такой, в мимишных таких баночках, они очень классные. Потом их тоже можно подо что-то приспособить. Такая баночка стоит 11 с чем-то рублей, но я взяла сразу вот такую упаковку из 16 баночек. Последнее, что я приобрела, это были кабачки. Кабачки, прошу прощения, у меня здесь собака. Вот, кабачки стоят 48 рублей, это, я считаю, очень дешево, классно. Ну, по крайней мере, после зимних и весенних цен это супер. Поэтому с удовольствием взяла на 148 рублей. Я вот как раз буду их делать с рисом, с морковкой, с помидорками. Люблю такое блюдо, и мы как-то взяли вот с моей знакомой пополам. Ну, как бы я приготовлю, она человек ленивый, себе половину и ей половину. Как бы и съедим быстрее, ну и вообще. Ну, вот такие были у меня покупки. Если видео вам понравилось, то не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых видео. Всем пока!